Два часа назад возобновилось авиасообщение с Камчаткой. Оно было прервано из-за нового, уже второго за эту неделю, удара циклоном. В аэропорту Петропавловска-Камчатского ожидают задержанные рейсы из Хабаровска, Москвы и других городов. Однако внутри региона самолеты летать не будут до субботы из-за нестабильной погодной ситуации. Постепенно восстанавливается движение по автомобильным магистралям. Правда, без крайней нужды водители все-таки просят не выезжать на дороге. В краевом МЧС перешли на режим повышенной готовности. По-прежнему у нас функционирует режим повышенной готовности на территории Камчатского края. Сегодня к концу суток ожидаем улучшения погодных условий. В правительственной комиссии принято решение о объявлении сегодня в муниципальных и краевых учреждениях выходного дня. Стихия затронула и Курилы. Северо-Курильск пережил ночной ураган. Повреждены крыши нескольких домов и городской администрации. Передвигаться по городу и окрестностям можно только на снегоходах. Непогода угрожает и центральным регионам России из-за циклона, который движется от Средиземного моря.